Дорогие мои недочеловеки, сейчас произошло то, что, в принципе, многие уже предрекали, многие предупреждали о том, что может быть покушение, ну и все остальное прочее, исходящее из этого, ну, случилось. Но ничего страшного. Я вам так скажу. Я всех прощаю. Прощаю, потому что кроме вас есть намного важнее вопросы. Нам необходимо, в конце концов, заниматься законостроительством. Нам необходимо все-таки, в конце концов, заниматься тем, чтобы власть все-таки была народной. И она будет. Власть будет у народа. Все конституционные права будут соблюдаться. Будут. Все статьи, которые прописаны в Конституции, будут соблюдаться. Ни одна партия в своем уставе никогда не напишет, что она есть антинародная. Все пишут, что они народные. Все пишут, что они борются за благо народа. Ни одной Конституции нет антинародной. Все тоже прописаны с пунктами, параграфами, статьями на благо народа. Так вот это будет. Или изменяйте сейчас же Конституцию, или Конституция, которая прописана во благо народа и будет. Возвращаясь к сегодняшнему, ну, случилось, ну, бывает. В банку с пауками вы меня не затащите. Я никому не собираюсь мстить. Я никого не объявляю врагом. А знаете почему? Потому что самый главный враг у нас, у народа, это наша бездеятельность, наша неактивность, наше непонимание того, что народ и есть власть. А все вот эти потуги создать суматоху внутри республики не пройдет. Раны залечатся, а цель необходимо достигать. Так что то, что случилось, случилось, но надо идти дальше. А благодаря сегодняшнему событию появилась возможность поздравить всех женщин Новороссии. Еще раз подчеркиваю, Новороссии, не ЛНР и ДНР, а именно Новороссии. Потому что рано или поздно Новороссия случится, как я уже говорил. Так вот, поздравляю всех женщин Украины, всех женщин Новороссии, всех женщин России и всех женщин всего земного шара с их днем. Но хочу подчеркнуть, любить, уважать, холить и лелеять женщину, мы, мужчины, должны ежедневно, а не раз в году. Засим разрешите откланяться. Мозговой, командир бригады «Призрак». И народ будет у власти. Я всех прощаю. Прощаю, потому что кроме вас есть намного важнее вопросы. Нам необходимо, в конце концов, заниматься законостроительством. Нам необходимо все-таки, в конце концов, заниматься тем, чтобы власть все-таки была народной. И она будет. Власть будет у народа. Все конституционные права будут соблюдаться. Будут. Все статьи, которые прописаны в Конституции, будут соблюдаться. Ни одна партия в своем уставе никогда не напишет, что она есть антинародная. Все пишут, что они народные. Все пишут, что...
Дорогие мои недочеловеки, сейчас произошло то, что, в принципе, многие уже предрекали, многие предупреждали о том, что может быть покушение, ну и все остальное прочее, исходящее из этого. Ну, случилось. Но ничего страшного. Я вам так скажу. Это наша бездеятельность, наша неактивность, наше непонимание того, что народ есть власть. А все вот эти потуги создать суматоху внутри республики не пройдет. Раны залечатся, а цель необходимо достигать. Так что то, что случилось, случилось. Но надо идти дальше. А благодаря сегодняшнему событию появилась возможность поздравить всех женщин Новороссии. Еще раз подчеркну, что они борются за благо народа. Ни одной конституции нет антинародной. Все тоже прописаны с пунктами, параграфами, статьями на благо народа. Так вот это будет. Или изменяйте сейчас же Конституцию, или Конституция, которая прописана во благо народа и будет. Возвращаясь к сегодняшнему, ну, случилось. Ну, бывает. В банку с пауками вы меня не затащите. Я никому не собираюсь мстить. Я никого не объявляю врагом. А знаете почему? Потому что самый главный враг у нас, у народа,